Лохматая душа. Извините, ребят, я немного приболела. Поэтому так мало сейчас появляюсь в роликах. Но, ребят, неважно, больные мы или здоровые. Ведь у нас есть общение с вами через интернет. Что сказать, мои хорошие? Потоп мы почти победили. Было 7500, а теперь 9500. Ребята, 2 лишних тысячи. Я не представляю, как нам выжить и куда нам девать мусор. Потому что очень бешеные деньги. Это тяжело. Я объясняю вам наши проблемы. То есть вывоз мусора — это просто одна из этих проблем. Так, ребята, нам очень-очень надо убрать мусор. Что же нам делать, а? Что, мои красивые? А еще, ребята, малышня растет, ну просто как на дрожжах. И нам необходимо их рассаживать. Ребята, стройматериалы. Наш бич. Я вас очень прошу. Мы много пристраиваем. До 50 животных в месяц. Эти животные у нас есть в группе. И пристроенные, и приветы из дома. И с этой субботы-воскресенья, вот начинаются, мы начинаем выпускать ролики «Приветы из дома». Причем они будут выходить на 2 каналах. Мои хорошие, пожалуйста, смотрите, радуйтесь вместе с нами. Но для того, чтобы радость была как можно больше, помогите нам разделить вольеры, чтобы малыши не кусали друг друга, чтобы они немножечко получали больше пространства для развития. Ребята, нам нужны стройматериалы. В первую очередь трубы 57 диаметра, профиль железный вот такой, 40 на 20, и листы железа на крыше. Нам нужны навесы для того, чтобы, извините, для того, чтобы делать защиту от солнца. Мы с вами мучились, когда был снег, мы с вами еле-еле пережили потоп, почти пережили, ребята. Теперь, ребята, нам необходимо успеть подготовиться и закрыться от солнца. Потому что это будет пекло, это будет беда. Thank you.
Ребята, это вольеры для малышей, которые подросли. Которые уже сейчас пройдут стерилизацию и будем их рассаживать. Маленькими они у нас сидят по 10, по 8. Но в любом случае, подрастая, они должны сидеть хотя бы по 4. Именно для этого, ребята, мы строим это. У нас уезжают животные, мы хорошо пристраиваем. Вы видите наши приветы из дома. Но для такого огромного приюта, с таким наплывом, ребята, вы сами понимаете. Выше крыши. Это приют. Я понимаю, что он у нас большой. Но мы не виноваты в этом, ребят. Нам продолжают бросать коробки под забор. Нам продолжают писать и звонить, пробуя, требуя срочной помощи. Потому что очень много сейчас уже начинают рожать щенят. И еще, ребята, адская весна началась. Достали из мусорки. Мама родила под школой. У нее 5 щенят. Им по 2 месяца. А вот эти черненькие в мусорке, в коробке, им 2 дня. 2-месячных щенят мы убрали в сторону, а к маме подсунули вот этих из коробки, новорожденных. И она их приняла. Ребят, давайте посчитаем. Новорожденных 7, у мамы было 5, плюс мама 13. За один день плюс 13 собак. Это полный кобздец. Ящик кашу, это я им уже сейчас принесла. Так, ребята, мы едем домой. Да, солнышко? Мамина. Маленький ребенок. 2 малышей, которых последних нам дали. Сильная глистная инвазия. Именно глистная инвазия. Не энтерит. Даст Бог, сможем ребенка вытащить. Ребят, сегодня я решила попробовать пробиотик, потому что у меня очень тяжелый малыш. Из энтерита, вернее, от глистной инвазии мы его вытащили, кровавый понос остановили, все. А вот животик остановить не можем. Поэтому, девочки, сейчас попробую просто развела. Делать одновременно и фотографировать, это неудобно. Поэтому сейчас, ребята, будем отпаиваться. Я хочу попробовать. Вдруг правда поможет, потому что ребенка очень плохой животик. Что, ребенок, не навредим, но животик попробуем восстановить. Ой, ты мой хороший. С капельниц сняли. Венки у него очень плохие, поэтому единственный шанс попробовать. Сейчас, моя солнышко. Да, моя девочка. Начало положено. Первую выпили. И помоги Бог. Хомячок Амора. К счастью, нам удалось ее спасти. Хотя животик мы восстанавливали больше месяца.
Ребята, нам в подарок прислали пробиотики, и я решила попробовать дать их Аморе, потому что целый месяц не могла восстановить ребенку животик. Мы пропоили малышку, и результат перед вами. Животик восстановили, и я искренне благодарна за этот подарок. Спасибо огромное. Так, ребята, у нас один вольер угловой очень сильно топит, просто очень, болото. И мы сейчас его убираем полностью и убрали уже отсюда, пересадили собак. Иначе это невозможно. Убираем сетку. Крайний вольер будет двойной большой. Но маленького вольера у нас больше не будет. Да, нам пришлось это все изменить, потому что здесь просто ужасно. Друзья, благодаря вашей поддержке нам удается большую часть малышей спасать. Бывают и смерти, ребята, мы это не скрываем. Но большую часть детей мы спасаем. Именно поэтому так много у нас подростков. Именно поэтому так много нам необходимо вольеров и стройматериалов. Мои хорошие, говорят, чтобы было много добра, надо вложить много сил. Моих не хватает. И именно поэтому я прошу вас о помощи и о поддержке. Спасибо вам за то, что вы рядом. Спасибо за то, что понимаете и помогаете. Спасибо. Вы наша надежда и вы наша жизнь. И я искренне благодарю вас всем сердцем, всей лохматой душой.